Предприятие АО «АрселорМиттал Темиртау» оказало помощь частному учреждению Мейрым города Темиртау. Уже много лет компания оказывает поддержку этому Дому Милосердия. Помощь для учреждений такой направленности всегда насущная и нужная. Здесь проживает 50 человек. Это пожилые люди. Получить поддержку в виде промышленной стиральной машины, двух ванн и металлических ворот для персонала и жителей дома было необходимо и очень важно. На сегодняшний момент вот эта уникальная промышленная стиральная машина плюс две ванны – и металлические ворота, они особо для нас ценны. Почему? Потому что они не просто подарки, они укрепляют, ну скажем так, стимул наших подопечных. И самое главное, они повышают качество жизни. И вот эта помощь, она действительно идет во благо. Также представители АО «АрселорМиттал Темиртау» посетили медико-социальное учреждение престарелых и инвалидов города Шахтинска. Здесь проживает 93 человека, в их числе 5 тружеников тыла. В дар от компании постояльцам дома престарелых была построена тренажерная площадка, чтобы пожилые люди могли заниматься физическими упражнениями в любое удобное время. Ведь совсем недавно в связи с карантинными ограничениями это для них была настоящая проблема. До пандемии наши получатели услуг ходили заниматься на спортивные площадки в шаханские площадки, получается. Занимались, бегали, тренировались, потому что у нас есть в Шахане уличные такие тренажеры. Но так как вот с апреля 2020 года мы не можем выходить за территорию, получается, нашего здания. И нашим, получается, не было такой возможности ходить и заниматься. И вот благодаря вам, что вы нам сделали, установили вот уличные тренажеры, наши занимаются. Вы молодцы, вы сдержали свое слово, потому что таких людей на самом деле очень мало. И выражаем благодарность вашему генеральному директору. Спасибо большое. Спасибо. Такому вниманию жители дома престарелых, конечно же, обрадовались. Среди тех, кто живет в этих стенах, есть и люди с ограниченными возможностями, которые тоже могут заниматься на спортивной площадке. В свою очередь, постояльцы учреждения выразили благодарность компании за оказанную поддержку. Уважаемые руководители и представители компании «Миттал», благодарим вас за вашу отзывчивость. И большое спасибо вашему начальству, директору. Всем вам здоровья и все, что вы вот стараетесь для нас, стариков. Вам большое благодарность, спасибо за все внимание к нам, старикам. За все огромное-огромное спасибо, за труды, за все. Вам большое спасибо, что нам это сделали. Летом классно будет, чем заняться. Спасибо большое. Стоит отметить, что подобные акции – важная часть социальной политики компании «АрселорМиттал Темиртау». Анастасия Ходорева, Андрей Буховский. Новости Темиртау.